Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание ошибкам, которые не пропускают положительную энергию в нашу жизнь. Что же это за ошибки, которые нам мешают двигаться и развиваться далее в этом видео? А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждый из вас замечал, что двери не только отличаются по виду друг от друга, но и также отличаются своей энергетикой. Бывает такое, что даже две полностью одинаковые по виду двери абсолютно разные энергетически между собой. Подойдя к таким дверям и глядя на них, ощущения будут абсолютно разные. В одну дверь хочется зайти, к ней хочется дотронуться, а вот вторая вызывает абсолютно противоположные эмоции. К такой двери даже подходить не хочется, а все потому, что вас от этого ограждает ваша внутренняя энергетика. Ведь она первая ощущает негатив, которым окутана дверь. Дверь – это важное сакральное место в доме. Она задерживает негативные энергии и пропускает только одни положительные. Если возле двери находятся правильные обереги, то они защищают дом от плохого и не дают этому проникнуть в ваш дом. С помощью двери можно привлечь потоки положительных энергий, а с ними счастье, удачу, благополучие и финансовую стабильность. Конечно же, с дверями связано очень много разных обрядов, ритуалов, также поверья и всевозможные правила. Нельзя держать открытую дверь, потому что тем самым вы выпускаете из дома положительную энергетику и меняете ее на отрицательную. Также нельзя ничего давать и вести разговоры через открытую дверь. Этих простых правил нужно обязательно придерживаться. Двери защищают нас от чужих людей и от людей, которые нам желают зла, оберегают нас от внешнего мира и помогают создать свою особую энергетику, которая будет только в нашем доме. Все ритуалы, которые связаны с дверью, направлены на защиту жилья и людей, которые в нем живут. Если вы правильно будете относиться к входной двери и у вас все будет хорошо, вы будете счастливы иметь хорошую работу, стабильное финансовое положение и крепкие семейные отношения. Ваш дом с каждым днем все больше будет наполняться положительными энергиями и притягивать их. Но бывает так, что вы по незнанию совершаете вроде и незначительные ошибки, но допуская которые, вы будете отталкивать положительные энергетики, а с ними счастье и свое благополучие. Далее мы поговорим о том, какие же ошибки не стоит допускать. Перед тем, как зайти домой, оставляйте за дверями весь негатив и не несите его ни в свой дом, ни в квартиру, даже если она съемная. Потому что, перешагнув порог и не сделав этого, вы с каждым разом все больше будете накапливать негативной энергии, которая со временем совьет сетку из негатива вокруг входной двери и будет блокировать потоки положительной энергии, тем самым не давая попадать к вам в дом. Чтобы такого не произошло, после тяжелого дня или когда у вас плохое настроение, подходя к двери, проводите на уровне лица три круга левой ладошкой и проговаривайте такие слова. На ладошку смотрю, весь негатив в кулачок соберу, затем в него дуну и негатив весь уберу. Проделав это, вы увидите, как от плохого настроения и следа не останется. Улыбнитесь и проходите домой. Дверь в ванную комнату и туалет всегда должна быть закрыта, ведь положительная энергетика, которая попадает в дом через входную дверь, попадая в эти места, поглощается и не проходит дальше в квартиру. Со временем она застаивается, создавая особую подушку, через которую перестанут проходить и обновляться потоки нужных вам энергетик, что ничего хорошего,
кроме неприятностей, вам не принесет. А чтобы этого не допустить, возьмите за привычку держать эти двери закрытыми. Глазок на двери играет также очень важную роль. Его нужно держать закрытым и открывать только когда вам нужно в него посмотреть. Ведь если он будет постоянно открыт, тем самым он будет упускать потоки положительных энергий, а с ними счастье и удачу из вашего дома. Глазок нужно также очищать хотя бы раз в неделю. Его нужно промывать раствором из соли и при этом говорить обязательно следующие магические слова. Дверной глазок очищаю, от негатива избавляю, светлые энергии в дом призываю и уйти через него не позволяю. Затем возьмите свечу, подожгите и прикоснитесь к глазку не горящей стороной. При этом скажите такие магические слова. Печать на глазок ставлю, энергии светлые все в доме оставлю. Через глазок положительные энергии не выйдут, а негативные в дом мой не войдут. Проговорив эти слова вокруг глазка, проведите 7 кругов свечой вокруг глазка. Также очень важно, чтобы на вашу дверь не были направлены и острые углы, так как они будут отбивать от вашего жилья положительные энергии, и они не смогут к вам попасть. Если вы нашли острые углы, для того, чтобы их нейтрализовать, скрутите маленький клубок из красной нитки и прицепите его возле острого угла. Положительные энергии больше не будут задерживаться на углах и смогут проникать к вам в дом. Для того, чтобы притягивать в дом положительные энергетики, а с ними и благополучие, финансовую стабильность, достаток, вашу жизнь и жизнь члена вашей семьи, нужно очень важно проделывать вот эти простые вещи и в дальнейшем, прислушиваясь к таким, казалось бы, простым банальным советам, счастье и удача также появятся в вашем доме. И вы очень скоро сами увидите, как у вас начнут улучшаться в доме дела. И у вас действительно обязательно все будет хорошо. Просто соблюдайте эти простые правила, которые передавались из поколения в поколение. Вы знаете, наши предки были достаточно мудрыми людьми. Да, они не читали книг, у нас у них не было интернета, даже света не было. Но они друг другу рассказывали, где-то через сказки, через какие-то легенды. Для того, чтобы это запоминалось и люди могли передавать из уст в уста. И сегодня мы эту информацию знаем и рассказываем вам. С вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.